Всем привет, друзья! Это видеоблог «Две хаски». Сегодня я приехал на вот такой небольшой прудик. Уже как третий день холода, и хочу сегодня попробовать посмотреть, активизировалась ли щука. Был здесь всего один раз, но попробую сегодня, может быть, получится. Буду упираться в воблеры и немножечко джига. Слушайте, в прошлом году здесь было гораздо мельче. Воды прибавилось. Я думаю, это должно хорошо сказаться на рыбе. Так, давайте. Не могу ловить на эту руку. Как-то вот микроджиг у меня под левую руку заточен. А воблеры и джиг сам, именно джиг, под правую руку. Кстати, вот по поводу палочки могу сказать. Солпара Major Craft до 5 грамм. Я выкидаю воблер фирмы Duo 4,2 грамма. Шикарно вообще работает. Ладно, идем дальше. Не будем останавливаться долго. На одном месте. Ищем активную рыбу. Ребята, обрыбил воблер. Красавица. Все, ушла малявочка. Слушайте, ну программу минимум я выполнил. Я поймал щуку на воблер. Ух ты. Опа. Прям. Так, чуть подкрутим. Ну вот это поинтереснее уже. О-ху-ху-ху-ху. Опа. Тихо. Держится за кончик, ребят. Возможно, уйдет. О! Так. Да что такое, не могу её подтянуть. Опа. Вот она. Слушайте, ну, килограммчик в ней есть, я думаю. Красивая. Так.
прям за краешек взяла. О, тихо. Вот она. Вот это щучка. Ну что, фотосет? Давайте еще раз на нее посмотрим. Не будем ее долго мучить. Такая девочка. Давайте ее отпустим. Блин, тут... Ушла девочка. Красивая щучка. Ну, такой воблерок. Сейчас я вам его покажу. Дуо Релис Мино 80F. Плавающий. Как бы не ожидал поймать именно такую. Думал, грамм 500. Сегодня где-то максимум. Но вот... приятно удивлен хорошей рыбкой. Опа, удар был, ударчик. Может быть, окушок был. Теперь она когда подвисает, эта трава, у меня аж прям сразу вот так вот дыхание спирает. Надо было одевать вейдерсы. Определенно. Поставим унаги слаг. Мой любимый унаги слаг. Опа, унаги слаг работает. Ну вот такая вот приманочка, титановый поводочек на ультралайт, небольшой офсет. 3,5 грамма и такой вот слаг морковный. Малявка. Да, такие они тут бешеные. Опа. О, стандартный размер. Приятно даже таких половить. Ну что, друзья, я думаю, сегодня рыбалку опять же удалась. Я хотел поймать щуку на воблер, я ее поймал. Также еще поймал 3 маленьких шнурочка. У меня было ограниченное время, я ловил всего сегодня час, 1:20 где-то максимум. Можно было бы еще половить, я думаю, можно было бы сходить в ту часть водоема и пойти как-то с той стороны посмотреть между теми камышами, если вы их видите. В общем, я, наверное, сюда еще приеду, попробую... еще половить. Мне очень понравилось ловить такую даже мелкую щуку. Она очень дурная и очень клевая. Подписывайтесь на мой канал, ставьте вот лайк и поставьте колокольчик, чтобы вам приходило оповещение о том, то, что я выложил новое видео на канал. В общем, вот водоем. Небольшой, реально небольшой водоемчик, но я удивлен, сколько здесь рыбы.
И было бы классно, если бы в большинстве водоемов нашей необъятной родины было столько же рыбы. Отпускайте ее обратно, пусть она растет, а себе для еды купите в магазине. С вами был канал Две Хаски. До скорой встречи!